Друзья, всем доброго времени суток. Если вы помните, я уже делал обзор по обычному майнингу на криптовалюте Tron, MGRO. Уже третий ролик это будет на моем канале. Данный проект действительно платит, и на нем можно неплохо заработать. Я усилил свой депозит еще на 100 Tron. Мой общий депозит составляет 300 Tron, и я смогу вывести в данном видеоролике 7,5 Tron. Соответственно, мой пассивный заработок в данном проекте будет 7,5 Tron. А Tron сейчас по 6 рублей. Ну, 6,5, что достаточно тоже неплохо. Грубо говоря, на булку хлеба хватит. Давайте перейдем к проекту и подробненько с ним ознакомимся. Приятного просмотра. Итак, друзья, при входе в аккаунт мы можем наблюдать у меня на балансе 1026 трон. Я понял данный проект два раза по 200 трон. Здесь имеются процентные ставки такие, как 2,5%, это минимальный вывод данного проекта. Далее идет, если вы помните, от 40 до 400 трон 3,5% в день. От 200 до полумиллиона пополнение 5%, от полумиллиона до миллиона уже снятие 7% каждый день от суммы вашего вклада. Ну и соответственно далее идет уже от миллиона и более уже 9% ежедневно. Имеется депозит, вывод, поделиться, команда приложения выйти. Имеется кошелек инвестиционный и продвижение, то есть реферальный. И кошелек, где у вас имеется на инвестиции. Имеется отображение данной платформы, то есть сколько накоплено прибыли, сколько зарегистрирован человек, ну и, соответственно, глобальные партнеры данного проекта. Естественно, в вкладочке «Торговля» у нас имеется начисление облачного майнинга. Здесь нужно будет заходить каждый день и получать эти проценты. Имеется «Инвест». Пока что список здесь не пополнен, но в вкладочке «Поделиться» у нас есть реферальная программа. Вы можете делиться ею и зарабатывать также дополнительный процент, а именно 13,5,2% в глубину от суммы вашего вклада, что тоже достаточно неплохо. То есть, допустим, отправили своему другу в Телеграме и поделились своими скриншотами заработка в данном проекте, что действительно в данном проекте платит, что вы уже заработали энную сумму денег. То есть говорите честно, как есть, да, то есть заработали, не заработали, можете дать ему ссылочку реферальную, он зарегистрируется, также пополнит, допустим, 100 трон, и от этих 100 трон вам уже 13 трон перепадет. А сейчас на минуточку, 1 трон это 6 рублей, то есть в районе 70-80 рублей вам попадет от своего друга. Базовый депозит, как вы видите, у меня 200 трон. Соответственно, в данный момент я сейчас тоже пополню проект на 100 трон, нажимаем базовый счет. Для этого я копирую адрес, у меня есть QR-код, также удобно, допустим, через Binance пополнение, но я буду пополнять через TronLink, удобнейшее расширение на криптовалюте Tron. Для этого я убираю криптовалюту, нажимаем Send, вставляем адрес, который мы скопировали, да, то есть криптовалюту Tron, и нажимаем Next. После чего мы отправляем на данный адрес 100 трон. Это 7 долларов 26 центов. Подтверждаю операцию, нажимаем Single. Ну и, соответственно, нажимаю Done, что говорит о том, что данная операция должна выполнена быть. Также обновляем его. На балансе у меня осталось 11 трон. 11.11. Довольно неплохо. Нажимаем «Перезарядка завершена», чтобы проект начал загружать наши дополнительные 100 тронов в проект. Пока что он загружает, мы с вами ознакомимся с белой бумагой данного проекта. MGRO White Whale. Соответственно, здесь у нас имеется, скажем так, информация по данному проекту, его планы на развитие, как он развивается, какие у него в дальнейшем планы. На самом деле, данный проект действительно мне очень нравится. Не просто так я выполняю данный проект уже, получается, 300 трон, что довольно тоже немалые денежные средства, тем более в наше время. То есть просто так раскидываться бы я такой суммой не стал. Поэтому я действительно доверяю данному проекту. Поэтому записываю видеообзор по проекту, ознакомливаться именно с ним только вам. Я никого не призываю к инвестициям, каждый отвечает за сохранность своих денежных средств сам. Данный видеоролик создан в целях информативного внесения, не несет никакого-либо призыва к действию. Получается, на данном проекте здесь имеется вся токеномика проекта, дорожная карта, то есть как он готовился к запуску, как запустился, дальнейшие планы и так далее. Текст, к сожалению, на английском языке, но с помощью любого переводчика вы сможете все перевести, читаемо на русский. Давайте сейчас обновим проект. Если оплата не прошла, то мы с вами приостановим видеоролик, и как только денежные средства будут зачислены, я обязательно продолжу.
Итак, друзья, как вы можете заметить, базовый депозит RIX у меня уже 300 трон, соответственно, я могу заказать сейчас выплату с данного проекта. У меня сейчас доступно дневной лимит снятия, это 7,5 трон, это очень неплохо. Это дает мне возможность получать пассивный доход с данного проекта. Для этого мне нужно будет еще заполнить вот эту вот иконочку, да, то есть мне нужно вписать адрес криптовалюты трон мой и вписать пароль безопасности, соответственно, чтобы вывести денежные средства с данного проекта. Сейчас я его введу, не присылаю видеоролик, в принципе, и нажимаем подтвердить. Итак, денежные средства были выплачены. Это свидетельствует о том, что у меня отнялся баланс на проекте. Ну и, соответственно, перезапускаем у меня TronLink. И, как вы видите, 7,5 трон был успешно зачислен на мой баланс в ту же минуту. Тем самым данный проект дает мне возможность зарабатывать пассивно. Это очень неплохо. У нас также идет на баланс. Это обязательно нужно будет получать каждый день. Иначе оно, в принципе, просто сгорит. Также данный проект дает нам, если не ошибаюсь, 800 трон за регистрацию. Также хочу сказать, что во вкладочке «Поделиться», если вы пользуетесь реферальной программой, с этого баланса можно выводить абсолютно без лимита, без ограничений. То есть накопилось у вас там, грубо говоря, 150 тысяч трон, вы эту тысячу сразу также в один заказ можете заказать выплату. Также хочу сказать, что весь депозит создается бессрочно до конца жизни данного проекта. Сколько проживет проект, я не могу знать. Сам инвестирую именно под свой страх и риск, но также все ссылки я оставлю вам для ознакомления. Если вы все-таки подумаете ознакомиться, то ссылки в описании. С вами был Алексей. Всем пока-пока.